Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я буду печь сахар торты. Для него понадобится мне шоколад. Можно взять сорбита, можно фольмиль шоколада взять. 200 грамм. Также 6 яиц. Белки надо отделить от желков. Вот я отделила их. Также мне нужен маргарин 150 грамм, сахар 150 грамм. 130 грамм сахара. Ее я превращу в сахарную пудру. Также мне нужна будет мука 150 грамм, щепотка соли, ванилин и разрыхлитель 2 ложечки нужно будет. Все, тесто я буду делать в термомиксе. По порядку я буду показывать. Итак, я начинаю. Открываем крышку термомикса. Ставим термомикс на весы. Нам нужно 130 грамм сахара. Так, всыпаем. Ставим на нули, как следует. Так. Далее закрываем крышку термомикса. Маленькую крышку тоже закрываем. Ставим на 20 секунд. И скорость у нас будет 7. Даже 10. 10. Так, 20. Скорость 10. Пересыпаем в другую чашу пудр, это сахарную пудру. Вот такая вот сахарная пудра у меня получилась. Теперь идем к термомиксу. Его не нужно нам мыть. Берем, сюда вливаем белки. У меня белков, 6 белков отделила я от желтков. Так. Закрываем крышку термомикса. Теперь обязательно нужно поставить бабочку. Вот эту вот бабочку нужно поставить. Так, все, стоит. Стоит. Теперь закрываем крышку. Также маленькую крышку. Ставим термомикс на 4 минуты. Скорость у нас будет 3. Даже сбиться белки. Так, готово. Выключаем термомикс. Так, далее. Открываем крышку. Смотрим, как у нас все сбилось хорошо. Бабочку убираем в сторону. Вот такой вот. Видите, у нас белок сбился. Теперь его переливаем в другую чашу. Итак, после того, как я пересыпала белок, берем чашу термомикса. Нужно ее сполоснуть, и чтобы она была сухая. В ней будем мы сейчас это шоколад дробить. Итак, чашу я помыла, обсушила ее, вытерла как хорошо. Теперь сюда ставим термомикс на весы и засыпаем шоколад 200 грамм. Так.
Закрываем крышку. Ставим на 10 секунд. Скорость 7. Вот такой вот раздробленный шоколад у нас получился. И убираем его в чашу. Извините, не убираем, а ставим обратно же на термомикс. Так. Сюда же отправляем, ставим на весы его термомикс. Сюда отправляем 150 грамм маргарина или же масло сливочного. Так, 155 у меня. Так, закрываем крышку термомикса. Ставим на 7 минут. градусов. И скорость у нас 1. Подождать нужно 8 секунд, чтобы остыло. Выключаем. Смотрим, как шоколад растаял. Вот так вот. Я его немножко прокрутила еще, чтобы он по бокам весь размягчился. Берем его с... вот так вот. Пахнет. Лопаточкой все это вниз убираем. И продолжаем дальше. Так, сюда же мы отправляем сахарную пудру. Щепотку соли, ванилин. Даже мы отправляем 6 яиц, желтков, белки у нас стоят отдельно еще. Закрыли крышку, теперь ставим на 10 секунд, скорость 3. Следующий у нас идет мука и разрыхлитель. Ставим термомикс на весы. Так, на 0. И нам нужно 150 граммов муки. Духовку я уже включила. Так. Сыпаем муку. Немножко больше. Сейчас отсыплю немного. 150, да, мне надо. Подумала, меньше нужно. Нет, 150. Капельку еще. Зо. Еще немножечко. Так, 150 граммов муки. Следующее. Сюда сыпаем разрыхлитель. Так. Так, 2 ложечки разрыхлителя. Теперь закрываем крышку термомикса, ставим на 10 секунд, скорость 3. Готово. Теперь берем обратно же нашу лопаточку и снимаем с боков. С боков так вот опускаем все и прокручиваем пару секунд еще раз. Так,
чашку. Берем на где-то 3 секунды. Скорость. Выключаем. Берем шоколадную массу, переливаем в чашу. Вот такая вот шоколадная масса у нас получилась. Теперь соединяем ее с белками. Итак, все это перемешала. Теперь отправляем форму. Вот такую вот форму я взяла. С пергаментной бумагой. 26 диаметра. И вливаю в нее уже тесто. Итак, ставим тесто в духовку на 180 градусов 30-35 минут. Для торта нам также понадобится абрикосовое варенье. Одна баночка вот такая вот. Так, прошло 30 минут. Мой хороший тортик наш спекся, остудился. Теперь его разделяем на две части. Абрикосовое варенье нам нужно для этого. Одна баночка. Я ее залила уже в термомикс. Так, сейчас поставлю на 2 минуты 50 градусов и скорость 1. Варенье должно нагреться и превратиться в кашицу. Потом можно его смазать в торт внутри и вверх по бокам. Итак, делю торт на две части. Итак, варенье наше нагрелось, выключаем и смотрим. Вот такое вот получилось. Оно тепленькое. Теперь смазываем торт. Вот на такие две части я разделила его. Теперь смазываем варенье абрикосовым. Итак, тортик наш готов. Вот так вот он выглядит. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующего видео. Пока-пока. Шоколад растопила с шалахзана. Это сливки 100 граммов на одну плитку шоколада. Микровелла на 2 минутки. Вот такое получается.